Дорогие друзья, даже не верится, что нашему родному вузу 80 лет. Я 40 лет назад закончил ЧПИ, и как будто это было вчера. Я думаю, что у любого выпускника самые светлые воспоминания в жизни – это, конечно, студенческие годы, которые он провел в этом вузе. Это не только то, чему нас научили, наши профессии, но это для многих первая любовь, для многих это самые светлые воспоминания. И сегодня перед выпускниками ЮРГУ стоят такие же амбициозные задачи, какие стояли перед нами, когда мы выходили, получая дипломы. Дорогие друзья, я поздравляю вас с юбилеем родного вуза. Желаю вам творческих успехов, здоровья, счастья, благополучия вам, всем вашим семьям и процветания нашей великой стране.